выбрать недорогой, но хороший круиз по бухте Халон – это задача не из простых. Мы очень долго выбирали круиз 3 звезды, перечитали много отзывов и в итоге взяли тур на судне Imperial Cruise Legend. В этом видео я покажу, как выглядит само судно и каюта. О том, как выбрать круиз, как проходит круиз, что включено, что нет, что нам понравилось, что нет, что могло быть лучше, что совсем нас разочаровало. Все эти подробности можно найти в нашем блоге. Ссылка в описании. Комната небольшая, но выглядит даже прилично. Нам дали комнату на втором этаже. А на первом этаже, я так понимаю, подешевле, а на втором вот с таким видом. Может, подороже, может, тоже подешевле. Нам почему-то дали две кровати. Вот одну кровать мы сразу захламили. Вторую кровать решили не использовать как шкаф, решили на ней спать. Ванная вот так выглядит. Даже чистенько все. Горячая вода есть только когда останавливается он, то есть где-то с 8 вечера. Нагреватель. Нормально еще выглядит умывальник. Все, в принципе, так чистенько, приличненько. Кондиха есть, но тоже только когда останавливается. Хотя, когда мы покупали тур, продавщица нас уверяла, что когда захотите, тогда и работает кондишка, все нормально. Винтик. В принципе, все. Две маленькие бутылочки водички нам дали.